теряю пенность. Это волнительно, правда. Еще раз озвучь. Что получит этот человек, который чей номер сейчас выйдет? Мы соберемся. Большой компанией блогеров. Ну, все вот лица вы знаете. Мы полетим снимать прятки в очень крутой, масштабной, огромной локации Дубай. И вот этот человек, номер, который выпадет следующим, он полетит вместе с нами. Ну, надо же, бы самому заплатить за отель. И внести предоплату за прятки. Это шутка сразу же. Чтобы вам там потом не писали, не наебывали. И это номер 8024. Звонишь прямо сейчас? Ну, я, да, позвоню. Почему нет? Так, давайте звоним. Просто вероятнее всего, вот я перешел на профиль. Вот и тут? Да, я перешел на профиль человека, который выиграл. И там взрослый человек, вот так. И то есть, вероятнее всего, это чья-то мама. Или, возможно, мама полетит с нами. Рерол там, походу, 12-летний. Нет, почему рерол? В смысле? Да что, 12-летнего в Дубай? Братан, это X2, это нужно еще маме билет покупать. Да ну, давай, рерол. Нет, это нечестно. Мне просто очень волнительно звонить. Вдруг этот человек даже не знает вот про то, что... Скорее всего, забыли все давным-давно. Ну, не то, что забыли, а то, что не знает. Люди, когда покупают, они тебе даже забывают хуй на акцию, потому что Unreal выиграть где-то в жизни. Вот кто из вас хоть где-то, выигрывал, чат? В каких-то таких конкурсах? Ну, это же Unreal. Я один раз в жизни выиграл, в конкурсе, где участвовало, сука, 8 человек. И я выиграл. Я, кстати, тоже ничего. Я переживаю почему-то. Что, с мамой придется общаться? Нет, да. Лёха, я человек вообще максимально не этот... Не... Как это сказать? Покраснел. Лёх, ну не всегда же надо... Не всегда же придется с детьми разговаривать. Иногда со взрослыми тоже надо. Вот это и страшно. Понимаешь, это было бы проще, если бы я сходу напрямую кому-то позвонил. Я, значит, скажет, чё? Кто звонит? Чё звонишь? Да, вот это. Я переживаю. Чё так поздно? Давай, пока спать не. Давай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вы случайно не покупали, может быть, своему ребенку набор на Wildberries уходовой косметики? Покупали. Вот. А у вас дочка или сын? И дочка, и сын. Покупали дочки. А кто звонит? Смотрите, дело в том, что я, собственно, тот блогер, кто выпускает эту косметику, и у нас была акция, розыгрыш, может быть, вы знали про нее вообще или нет? Я так и знал, что они подумают, что это наебало. Ну это как? И как мне теперь? Как? Что мне теперь делать? Я думаю, лучше в тексте. Ну просто это реально звучит как наебало. Я думаю, проще будет... Вот, это, понимаешь, это, ну, наш менталитет такой, понимаешь, потому что... Ну, не, я бы тоже сбросил трубку, нахуй. Люди боятся наебывать, потому что им каждый день звонят, из Сбербанка фейкового. Я не знаю, мне кажется, проще будет просто... Позвони еще раз. Да, ну, мне стыдно! Так она тогда реально подумает, что ты, блядь, наебщик. Нет, я... Позвони! Я думаю, что проще... Звони! Ну, либо рерол давай. Она упустила свое счастье, рерол. Не-не-не. Нахуй дети на прятках, блядь, рерол. Да ты чё говоришь такое вслух, ты чё, ебать? Я честно думаю, что проще завтра связаться будет с этим человеком, чем вот просто очень гипернеловко. Вот, я уже позвоню, ну, то есть, когда это, просто, блядь, все ещё реально, сука, ёбщик, с тюрьмы, которые звонят. Ладно, давай еще раз позвоню. Здравствуйте, я не обманщик. Вам сейчас мои коллеги скинут всю информацию. Вы выиграли поездку в Дубай. Ну, Алексей, ну не беру трубку. Я предлагаю завтра связаться. Смотри. Как ты сейчас выдохнулся разговаривать? Смотри,
Рерол может быть только в том случае, если человек откажется от этого. То есть вот только это рерол. Я об этом напишу в Телеграме, что мы сделали рерол. То есть если человек откажется, типа, ну, отучая себя в прятках, то, типа, да. Но это, типа, гипер вряд ли, мне кажется, от такого. Бля, как ее сейчас... Если узнают ее дети, что она сейчас сделала, бля... Будет скандал и слезы. Ну, мама, я мечтала увидеться с Лёшей Корешем, он плюшевает. Не, я боюсь, всё, блядь, свяжутся, я объясняю тоже. Я думаю, что нам нужно просто сообщение отправить, типа, чтобы человек понял и как-то, типа, доказать это. Просто я сейчас буду звонить, я реально себя ощущаю мошенником каким-то. Я бы сам свою трубку бы сбросил. Это я понимаю, если бы звонил, ну, как бы, напрямую я бы позвонил дочке или сыну, еще неизвестно, дочка. А, прикинь, вот, кстати, она купила два набора, дочке и сыну. И им нужно будет решать, кто полетит. Па-да-да-ба. Чисто вот на камень, ножницы, бумага, пусть скинутся. Ой, блядь, в натуре, это вообще ужас. А когда я поеду в Египет? Ну что ж, друзья, Алексей, ты будешь стримить? Я